Бесконечные ямы и ухабы исчезают под новым слоем асфальта. Эта дорога долгое время оставалась головной болью для жителей сразу нескольких населенных пунктов. 5 километров препятствий, которые приходилось преодолевать в течение многих лет, ушли в прошлое за пару месяцев. В июне дорожники приступили к долгожданным для местных жителей работам. Бочки, ямы, подвеска постоянно разбивалась. Как терка, одни эти канавы мелкие. Ходить вот... Зацепляешь за каждый этот уголок. А теперь вон какой, хоть катись, как говорится. Беги. Мы постоянно здесь ездим. Он со временем разваливался, Годами его лепали, В общем, плохая дорога была. А сейчас? Нормально. Нормально. За 5 минут бы в Белогорске. Участок дороги, на который идет ремонт, начинается от трассы Саранск-Большие Березники-Дубенки и заканчивается у села Белогорское. Основные виды работ выполнены. Специалисты завершили подготовку основания, уложили асфальтобетонное покрытие. Осталось отремонтировать водопропускные трубы, привести в порядок обочины, установить автобусную остановку и дорожные знаки, нанести разметку. Стоимость ремонта более 63 миллионов рублей. Он идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы планируют завершить до конца сентября. Ольга Данилова, Александр Овчинников, «Народные новости», Лямберский район.